И всем привет, дорогие друзья, с вами вновь Теслер. И сегодня мы продолжаем наше прохождение Обливиона, причем прохождение в прямом смысле этого слова. Мы находимся как раз сейчас в мире Обливиона, в мире Михруна Дагона, и пытаемся закрыть одни из множества врат. Так, как раз таки идем в атаку на основную крепость. Нужно посмотреть, что у нас есть. Помнится, сейчас там будет очень много дреймор, поэтому нужно подготовиться. Сегодня будет очень много мяса, крови, экшена, потому что мы еще после закрытия врат будем освобождать город Квач, захваченный. Поэтому нужно запастись. Так, что-то у нас этот меч уже сейчас умрет, кстати. Так, стальной короткий, давай, чинись. А, нет. Вот это плохо. Молотов у нас больше нету, но есть еще два меча. Ну ладно. Давайте-ка попробуем. Посмотреть, что там у нас. Вот такая вот тут красота. Здесь есть эссенция магии для восстановления. А, кстати, давайте возьмем. Снова скампы. Но, по-моему, тут должны быть еще дриморы. Так. Чертоги разлуки. Да, здесь нужно подниматься все выше и выше. Но все идет кругом, поэтому вроде как дверь можно выбирать любую. Прикольные дверки. Так, тут ловушки в этом зале должны быть, по-моему, с копьями. И вон одна дреймора, я вижу. Но я думаю, если у них недоэдрическое оружие, то они будут полегче. Даже легче, чем скам. Так, сердце дедра, по-моему, они где-то нужны, поэтому, может, лучше берите. А, булава, ни о чем, даже стоимость маленькая. Так, здесь еще две двери. Дверь зал цитадели. А, это вниз, вот это вверх. Идти нам, ну, недолго, поверьте. Это так кажется, что на самом деле высоко. На самом деле достаточно быстро пройдем это. Просто цитадель зла. Ага, вот в этом зале точно копия. Ай. Скамейки. А, вон еще маг Дримора. Нужно от скампа вначале избавиться. Что-то он бежит от нас. Так, демоническая еще одна булава, зелень ночного глаза. Ну, не знаю, когда он может вообще здесь понадобиться. Это, кстати, можно отдохнуть? Ну, подождать. Ладно. План Обливиона. Так, по-моему, вот эта дверь закрыта на ключ. Нужен ключ, да. Ого. Высоковато. Ага, отлично, мы слышим, что кто-то еще жив. Ага, здесь еще охранник. Ну ладно, давай. You should not be here, mortal. Your blood is forfeit. Your flesh is mine. Сразу же вспоминается мне Дримора из Моровинда, которая охраняла камень. Который бросил кто там, Михрун Дагон или кто, чтобы разрушить город рядом с Эльдруном. Господи, я уже стал забывать Моровинд, ё-моё, люди, это что такое? Quickly, quickly, there's no time.
You must get to the top of the large tower. The Sigil Keep, they call it. That's what keeps the Oblivion Gate open. Find the Sigil Stone. Remove it, and the gate will close. Hurry! The Keeper... Так, мы как раз таки узнали, как уничтожить крепость и закрыть врата Обливиона. Нам нужно пробраться в Сигильскую крепость и извлечь оттуда камень сигильский, благодаря которому как раз таки призываются эти врата. Внизу, внизу скампы, лифт еще вот такой. Но ничего такого нету, даже можно не ходить туда. Идем обратно просто. Ох, блин, бедный чувак, а. О, золото. По-моему, даже нам во вторую башню не надо будет идти. Кровавый пир. Наказанные есть еще вот такие. Ну да, не повезло им. Я даже не пойму, из чего это. Даже не хочу знать. Так. Так, а там был путь-то, нет? Должен быть. Что, нет? Нету пути? Балкон просто. Интересно. Видимо, есть еще одна дверь. А, это одна и та же. Ага. Давайте-ка внизу еще осмотрим. Так, мы пришли снизу. Вот еще одна дверь. Должна быть. Да. Так, чувствую, здесь еще одни пики. Опа. Мы уже практически пришли. Здесь есть телепорт, что меня очень радует. Так, кровавый пир. Ты откуда взялся, ты еще? Заключение на меня повесил, чтобы душу мою, видимо, забрать. Отлично, еще один уровень. Так, это будет у нас третий. Вот как я хочу уровень 16, чтобы добыть отмычку Ноктюрнал. Наверное, это самый мой желаемый артефакт в Обливионе. Потому что вскрывать замки я вообще ненавижу здесь просто. Тут у нас совсем мало здоровья. Здесь никого больше нет. Сигилиум Сангнус. Как раз таки сигильская крепость. Есть, это что, фонтан крови, отлично. Вот, висит как раз таки сигильский камень, но я думаю, его просто так нам тут не отдадут. Нужно охрану еще. Опа, промазал. Одно сердце. Вот так вот фактически просто и проходятся врата. Правда, следующие врата, они намного больше, намного так, и гораздо дольше времени приходится. Такой вот сигильский камень, если много раз жать, то иной раз есть шанс получить его несколько раз. Но у меня не получилось, жаль.
Иногда получается, иногда нет. Все, врата закрыли. Отлично. У нас есть еще также как раз таки вот этот сигильский камень в инвентаре. Он всегда разный, с разными зачарованиями. Вот тут нам дают ловушку душ и защиту от магии. Можно зачаровывать предметы. Но бесполезно этот камень. Можем даже его вот так вот выкинуть, он такой шарик. Поднять мы его не можем, в воздухе только взять. It's the smell, really. Smell. You close the gate. I knew you could do it. I need you to come with us. You are you able to join us now? I can wait, but not. Давай. Захвач. Идем в атаку. Обычно половина этих доблестных ребят у меня уже погибала. Но я думаю, сейчас уровень маленький, так что мы их сделаем. Кстати, хорошо, мне нужен меч. Че, ни у кого нет серебряного? Ну, блин. Ух ты, ужас клана даже здесь есть. Вот это интересно. Просто динозавр какой-то. Ну, вы помните, такие же в Моровиде были. Только они... зеленые такие все. Ух ты, неплохо же бьют-то. Ой-ой-ой, нет, не хочу умирать, не хочу. Давайте. Я лучше Дримора на себя возьму. Да что все на меня так? Так, что у нас здесь есть? Всасывание здоровья, бешенство. Давайте. Все-таки успел он меня пустить. Вы куда побежали? А, ну ладно, я думал, они все пошли дальше. Здесь закончили. Так, серебряный топор, дробящее, жалкое оружие. Есть стальной лук, вот, вот что нам нужно. Кираса Квача для тех, кто хочет ее в коллекцию. А, кстати, у нас же легкие доспехи. Вроде эти даже посимпотнее будут. Ну-ка. Нам ведь дадут еще в конце зачарованные. Такие же. Так, стоимость больше, броня получше. Ну, как бы, давайте возьмем для разнообразия. Вот это за 75, может, продадим. Просто хоть походим в таких. Одна стальная стрела нам не нужна. Дриморский лук мы выбросим, так и не использовали. Все. Еще подождем час. Давайте. Здесь можно еще походить, посмотреть, что есть интересного. Но на самом деле ничего интересного тут нету. Где тут отрубленная голова лежит? Вот. Такой позитив. Так, отмычка. Вот, вот, что нам нужно. Ну, в втором этаже тоже ничего нету. Как мы видим, город весь в руинах. We wiped them! It's safe to pull those people out of the... Come on. This is only the beginning of the battle for Kvatch. Так. Все, давайте освободим тех, кто остался в часовне. Report, soldier. Sir, we're all that's left. Barak Inian, myself, and these civilians. That's it? There's no one else? There were others, sir, but they refused to stay put. We tried to convince them it was dangerous, but they left anyway. I guess they didn't make it. Very well. The area outside the chapel has been cleared, and these people need to be taken to safety.
Escort them to the camp south of here at once. But sir, I want to help fight. You will, soldier. Once they're secure, get back here immediately. We'll need every available blade, and there'll be plenty of fighting to go around. Sir, yes, sir. Сэр, yes, sir. It's time to move out. Let's go. Давайте, так, вот мы, кстати, видим тут Мартина, который как раз-таки есть императора сын. Но мы за ним придем чуть позже, а пока освободим весь Квач. We've done it. I can't believe it. I didn't really think... Oh, yes. We're not done. Not even close. You've come this far with us. I warn you, though. What we've seen so far is nothing compared to the... Take a few moments to catch your breath and think it over. When... Are you ready to go? I knew you'd be up! Our goal is the castle gate. You know the drill. Stick close. Отлично. Все, пошли, ребята. Кстати, этот парень... When we're done with all... Давайте-ка я лучше с лука буду вам помогать, хотя, наверное, больше в вас стрел не втыкаю. Так, что тут у нас? Все, по-моему, у нас еще один минус один. Как-то они очень быстро дохнут. Я чувствую, они даже не доживут. Ах, это тот чувак, которого мы спасли. Вот, блин. Стальной длинный меч возьмем. Нам не привыкать. Так, у нас какой стальной короткий есть меч. Все равно одноручный. Но этот посильнее будет. Damn it! This is no... The gates are locked. We can't open that gate from out here. The only mechanism and the only way to get into the gatehouse now. Hurry and find Barrich Imian. He should be back in the chat. Once you've got it, get to the guardhouse. Ну, как всегда, мы все должны сделать. В общем, ворота в замок, как видно, закрыты. Нам нужен ключ от потайного хода, который остался у привратника. We saw the smoke from the gold road while out on patrol. We'll be right behind. Отлично. Увидели дым горящий. Рядом проходил стража, поэтому они нам сейчас помогут. Квач. У меня не та миссия стоит. Так, вот он, по-моему. I'm just waiting for Captain Mattias to give the order. Yes, I have it. That's right. They managed to close the cat. I'm afraid you're in for a tough time, friend. I'd better go with you. If I don't make it, take the... Отлично. Он поможет нам тоже пробраться. И это еще стража имперская тоже нам поможет пробиться через монстров. Давайте, давайте, ребятки. Так, кого мне взять-то? Вот, это меч совсем другое дело, я бы сказал. Хотя он всего на 2 единицы лучше бьет. Все, никто хоть не сдох. Ну ладно. Давайте дальше. А вот тут, я чувствую, будут потери. Ох ты, еще двое. Сзади подкрались. Все, по-моему, привратник умер, нет? Нам он нужен, он хоть у него ключ, по-моему. Или он остался там? Фиг теперь знает. Так.
По-моему, вот сейчас он вышел. О, слава богу. С мечом, кстати, персонаж бегает чуть медленнее, если кто не знал. Так, да разберетесь с ним. Оу, ноу. Все. Кстати, мы стоим сейчас на обломках арены. Это была одна из лучших арен в Сердиле. Есть еще вторая имперская, не знаю, наверное, попроходим ее. Я так думаю. Потому что достаточно интересно. Куда он бежит? Дурак! Надо спасти его. Дурака. Неохота, чтобы он сдох раньше времени. Where you fall down and bleed to death. This is it. The entrance to the passage. Best of. А что, со мной не пойдешь, что ли? Ну, со мной вот эти бравые ребятки, по-моему, должны пойти. Почему-то здесь у меня их половина дохнет, то ли на огне, то ли на чем. Вот, все, молодцы. Сейчас будет такая битва. Подождите, пацаны, давайте я открою вам ворота. Все. Тут скампов капец, конечно. Все, я тебя спас, считай. Ты мне по жизни должен. Ну вот, имперский стражник сдох. Ай. У меня тоже что-то мало. А где все имперская стража? Вон один, я вижу, остался. Это тяжелые доспехи, кираса легиона. Не знаю, как здесь, я ее ни разу не носил. Но в Морровинде, если ты наденешь оружие, там стражник, ой, одежду стражника, то на тебя нападали, особенно вот это ординатора, когда было. Так, выбросим, возьмем новый. Так, остальные стрелы нам не нужны. По-моему, еще один сдох имперский легионер. Ух ты, вот это, по-моему, скамп, всем скампом скамп. Какой-то мощный. Да, это не чахлый скамп, это целый скамп. Ну, хотя все равно слабо. Тронный зал. Все? Я думаю, что все. Так, ну, с тобой надо, наверное, поговорить. Мы должны найти как раз-таки графа, который, возможно, еще жив. Спасибо, иди и не возвращайся без него. Вот мужик удружил. По-моему, один имперский легионер должен за мной идти. По крайней мере, он один остался. Ну, считайте... А, нет. Ты еще? Отлично, у нас два лучника еще осталось. Парни, не все потеряно. А может и все. Куда побежал? Вы живы еще? Так, здесь в этих коридорах практически ничего нет, поэтому идем сразу же к графу.
Тут где-то была, кстати, кладовая, и когда я был какого-то там 20 уровня, то там сидел Дайдрот. И пожирал, по-моему, все запасы. Ай. Ой, нет, не хочу умирать. Помогите. Фух, надо подождать. Ну, да, тут, по-моему, еще остались. Не получится, поэтому так. Что у нас тут из бутыльков-то? Давайте выпьем. Последний скамп остался. Ай. Все. О, монетка. И мы видим графа. Нужно взять с него кольцо-печатку. Еще жемчужное. В общем, обокрали графа. Одежду снимать не будем. Так. Есть карта разрушенного Кватча. Ну и все, в принципе, тут больше ничего нет. Возвращаемся с печальными новостями. Забейте на него, да ладно. Скамп вообще пофиг. Так, долгие изнурительные тренировки, которых вы оттачивали режущие и колющие удары, принесли результат. Теперь вы владеете мечом на уровне специалиста. При использовании атаки с шагом в сторону, у вас появляется шанс обезоружить противника. Окей, на скампе это действует? Думаю, нет. Так. Кольчужное все. Думаю, это последний был. Кстати, можем вроде как посидеть на троне. Я теперь новый граф. Холоп, склони свое колено. Казнить его. Ё-моё. А, теперь я не могу встать. Классный трон. Мне он уже нравится. Опа, вот. Where is the count? Лежит лицом вниз, служа своей крови. We were too late. If only we'd gotten it. This is indeed a dark day. Да, это все ты, чувак. Вот как Барус прямо оправдывает. Risking your own life to help. Did you find the count? At least this is safe. Thank you. Here, take this. He should be around the camp some. Так, мы узнали, где Мартин. Это мы и так знали, в принципе. Отлично, нам еще отдали броню, повышение выносливости и силы на 2. Такая же, только зачарованная. Жалко, что как в Моровиде не светится. Поэтому пока что в такой броньке походим, Кватча. Ну и все. Считайте, мы освободили Кватч от разрухи полной. You have my ear, citizen. Слушай, может со мной еще останешься, а? Мы с тобой таких дел наделаем. Ты богат будешь, парень, подожди. У тебя будет все, что ты хочешь. Чувак, останься. О, вообще, что за люди? Так, пока что к Мартину не будем идти, потому что мне надо с ним еще кое-что проверить будет. Интересную фишку, если получится, я вам расскажу о ней. А пока... Что у нас там было? Квесты гильдии воров. Так. Скриви. Ну давайте-ка узнаем, что ли, что нас ждет. Надо бы, конечно, еще поспать. Знаете, я знаю, где, как всегда, можно поспать. Потому что у нас постоянного дома нет. А хотелось бы мне купить в Анвиле домик. Мой любимый. Кто-то наше место занял, слышь. Погоди-ка, они что, возродились, что ли? Мы же их убивали.
Я не верю в совпадение. Ну и ладно. Видимо, опять некромант восстал. Так, давайте поспим. Что мы можем тут повысить? Скорость. Почему-то постоянно скорость у нас. Ну, бегаем много так. Силу. Выносливость, значит, нельзя. Знаете, давайте-ка обаяние. То к нам что-то все так плохо относятся. Подкупать постоянно. Так, и отправимся в Бравил. Посмотрим, что у нас за следующая миссия будет за гильдию воров. Она опять не здесь, что ли, а нет? You are a welcome sight. I have need of a very special book, The Lost Histories of Tamriel. However, Theranos has not been seen since. Help Theranos bring back this book. That is good. Go to... Так, у нас есть задание найти пропавшую историю Тамриэля, книга так называется. Агент должен был искать ее в Скинграде, но тоже пропал. Что-то странное творится в нем, поэтому должны расследовать. Скинград, честно, город не люблю. Слишком серый, слишком каменный, можно так сказать. Какой-то обычный такой средневековый городок. Подождем. Так. Да, вот с этим лучше вообще не говорите. Он вообще ненормальный псих. Так что лучше не надо за него вообще там миссии выполнять. Хотя можно просто его будет сдать страже, а не выполнять за него. Потому что... Иначе хлопот не наберетесь потом. I'm saving up. Держи. Thank. А, блин, зачем? He is a skillful thief. Oh, My memory. Ну, блин, а? Yes, it would. Theranos was drinking in the two sisters' lot. Unfortunately, Captain Dion was all into the Skingrad dungeons. Not like. Так, мы узнали то, что этот вор сидел в таверне, спокойно выпивал, но по несчастной судьбе там был еще и капитан стражи. А он сидел там, похвалился своим награбленным, видимо, какой-то вещью. И его арестовали и упекли в темницу. В общем, судьба всех воров. Теперь мы должны посмотреть, как можно пробраться в темницу. Так, это прям темница. В общем, есть два варианта. Можно как-то там по-скрытному пробраться. А можно устроиться на работу для кормления заключенных. По-моему, вот у него. The Count will not see you now. Правда, я не помню, как. Нужно об этом узнать. I'm Hal Lears. А, вот, мажордом, блин. Stop talking. Так, вот. Sorry, you want me? Работа. I need someone to slop food to the prisoners. Две золотых в неделю. I'll pay you two gold a week, plus half a loaf of bread and a glass of mead each day. Вот это работа. Кошмар. You will? I mean, good. Mind your manners in the castle. Stay out of Count Hasildur's quarters. The jail guards in the dungeon will unlock the cell block door if you. Отлично, мы устроились как раз. В общем, у нас с ними вообще все неплохое отношение какое-то. Так, идем в темницу. Ну, две золотых неделю платить. Полбуханки хлеба и еще мед. Кошмар.
What are you? Крысятник. Я крысятник, открой дверь. They ought to just give you guys a key, but no, I got a key. Давай, открывай, пошевелись. Все, вот так вот. Are you here to rescue? Just unlock the door. A couple of hours after you. You mean the thief? He was in the big cell with that Argonian. They were always whispering. Every few days, she comes for one of us. Some return. This was Theranos' third time. I don't know. She took the Argonian less than an hour. Как мы знаем, какая-то бледная леди каждый раз уводит заключенных куда-то. Как мы видим, потайная дверь. Вот по следам крови можно ориентироваться. В подземелье. Три раза, и на третий раз никто не возвращается оттуда. Что печально для нас. Винный погреб. Кстати, те, кто не награбил еще или не достал достаточное количество золотых, можно отлично наживиться в винном погребе. Так, это мы где сейчас? Надо только посмотреть. Вот, а, да, винный погреб. В общем, здесь огромное количество вин. Если вот так вот все вот это соберете и продадите, то вы неплохую сумму получите. По одной бутылке ничего, а вот вместе эти бутылки очень неплохо приносят денег, я вам скажу. Крысятник просто все вино украл из замка. Ух ты, разное, дешевое. Лесотомики, братьев Сурилли. 415 года. Ох ты, ё-моё. Ну, мы, конечно, пирушку такую с вами закатим сейчас. Я перегружен. Ноу. Неужели они столько весят? Офигеть, 1 килограмм каждая. Ну ладно. Насколько мы перегружены? Ё-моё. Я думаю, друзья, нас тут уже сейчас ничего не спасет. Очень жаль, что-то как-то... Не рассчитал я. Давайте-ка самое дорогое ставим. Эти по 30. Так, эти по 15, по 20. Вино братьев Сурилли. Это что-то дешевое. А, вот, дешевое вино. А, нет, зачем я выпил? No. Так, просто 29 штук выбросим. У нас еще 1 килограмм. Хм. Сколько? Одну выкинь. О, сколько. Да ладно, я же все уже. 310 на 310. Можете вернуться, кому нужно. Так, здесь потайной ход. Опять-таки. Как он тут открывался-то? Мне бы вспомнить еще. Вот так вот. В таком бочонке. Идем. Вот она, бледная леди. Конечно, все поняли, что это вампир. Возьмем ключи. Здесь есть баночки с человеческой кровью. Можете украсть тоже. Это Тиранис. Тот самый, кого мы искали. Мертвый лежит уже тут. И как ни странно, опять наш друг, а музей. We need to get to safe. That would be me. I am so glad those Cretan Skingrad guards caught me stealing. You have saved my life again. You are a true friend. Тиранис... How do you know about him? He was my sailor. No, but he did give me a message about a treasure to... After the first time Theranos was taken, get me out of the castle and... If that's Theranos' treasure, as soon as we are out... Так, в общем, оказывается, Тиранис рассказал Аргонианину какую-то секретную фразу о том, где лежит то, что нам нужно... перед смертью, и он отдаст нам за то, чтобы мы его отсюда вызволили. Вот, кстати, вроде сейчас стражник там уходит, возвращаемся-то мы тем же путем, по-моему. Главное, чтобы нас не запалили, тут больше нет никаких секретных путей. Ну ладно, пошли, давай. Нам нужно быстрее выбраться. Или нет, кстати, вот не помню. Здесь можно каким-то другим путем было выбраться. Гораздо более безопасным. Через столовую, например.
Я думаю, сейчас никто не обедает в столовке. Где тут выход? Жилые помещения. Нам не сюда явно. Графский зал. Че, сюда разве? Прям в графский зал войдем? Вы уверены? Ага, вот двор средний, отлично. А, у нас есть ключ. Лишь бы вот тут сейчас на стражника не нарваться. Но стража, по удивлению, куда-то уходит. Поэтому мы выбираемся спокойно в западный лес. Потому что... все нормально. Замок не соединен с городом, он отдельно стоит. Ну все, давай, можешь встать уже, все. Все нормально. Куда ты? Давай сюда. Ну все, мы уже пришли, считай, ты уже можешь бежать куда хочешь. Anything from... He told me to give this message to any member. Look under ищи в кустах около стены за домом на Растарелла. I was going to take it for myself, but I... Да тебе бы она толку не перенесла. На Растарелла это дом, заброшенный дом, который находится здесь, в Скинграде. You are welcome, Zai. А ничего, что тут дофига стражи? Ну ладно, как хочешь. Я увольняюсь, кстати, what? С работы. Можете меня увольнять. Leave me alone. Мне не нравится. Я уже вино там все выпил. Так, дом Нерастарелла. Ага, вот он. И кусты. Здесь должна лежать книга. Кстати, не знаю, я думаю, раньше она здесь не появляется или появляется. Не уверен. Здесь фактически упоминание о древних свитках и пророчествах, остальная фигня. Все, возвращаемся к Скривиям, Бравил. You have found Thuranus is dead? I grieve for him, but at least you have the book. You have earned. Отлично, эту книгу искал сам Серый Лис уже много лет, а мы ему помогли. 400 золотых, то, что нам нужно. Так, думаю, на этом закончим, друзья. В следующей серии продадим все награбленное. Вот это вот. Неплохо мы подзаработаем. Еще тут у нас есть кое-что. Освободим веса. В общем, все в таком духе. Будем продолжать прохождение гильдии воров. Уже, думаю, там подойдем к финалу практически. Так что вот, оставайтесь с нами. Всем спасибо за просмотр, друзья. Всем пока.